Категория до 61,2 килограммов. Спортсмен из города Краснодар, Россия. Спортивный клуб «Гладиатор» Евгений Бондарев. Вес Евгения 61,7 килограммов. Его соперником завтра станет спортсмен из города Москвы, России, спортивный клуб «Крепость» Артур Магомедов. Вес спортсмена на весах 61,6 килограмма. Так, следующая весовая категория до 73 килограммов. На эту сцену приглашается спортсмен из города Дублин, Ирландия, спортивный клуб Straight Plus Gym, Питер Куилли. Следующая весовая категория до 83,9 килограммов. На эту сцену спортсмен из города Актобе, Казахстан, спортивный клуб Йоркин Куш, приглашается Даурен Ермеков. Ровно.
Его соперником станет спортсмен из города Махачкала, Россия, команда Eagles MMA Team. Аюб Гибатов по прозвищу Тики. Вес спортсмена 83,9 килограммов. Дамы и господа, и наступает момент соглавного боя завтрашнего вечера. Весовая категория свыше 93 килограммов. На эту сцену приглашается боец из города Минска, Беларусь, бойцовский клуб Академия ММА Беларусь, Алексей Кудин. Вес Алексея 107,4 килограмма. И на эту сцену приглашается соперник. Спортсмен из города Денвер, США, бойцовский клуб American Top Team. Дерек Мехмен. Спортсмена 111,7 килограмма. Общие фото. Дерек, приветствуем тебя в Москве. Очень рада видеть тебя в компании Fight Nights Global. Скажи, пожалуйста, что ты планируешь, вообще чего ты планируешь достичь в этой компании, если у тебя желание драться за пояс в своей весовой категории? Да, я очень хочу подраться за пояс, но сейчас я думаю о предстоящем бою, только об этом я думаю, сфокусирован на предстоящем бою. Ваши аплодисменты. Алексей, приветствуем тебя, очень рада тебя видеть. После твоего крайнего поражения от Сергея Павловича, скажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь, как прошла подготовка? Всем привет, рад вас здесь видеть. Подготовка прошла отлично, я думаю, по атлетической кондиции я нахожусь в одной из лучших форм, в лучшей на сегодняшний день. Вот. И завтрашний бой вот, будет немножко такой, скажем так, такой взгляд. Буду работать уже в другой манере, нежели работал до этого. Вот. И также этот турнир будет транслироваться у меня дома в Беларуси, и будет смотреть практически вся страна, поэтому это для меня очень большая ответственность. Ждем за главный бой, ваши аплодисменты, друзья. Спасибо. Друзья, и сейчас наступает тот момент, когда мы объявляем главный бой завтрашнего турнира. Весовая категория до 57,2 килограммов. На эту сцену спортсмен из США, из города Гонолулу, спортивный клуб Hawaii Elite MMA, приглашается Тайсон Мэн. Thank you.
Вес Тайсона 57,1 килограмма. Тайсон является чемпионом мира Гавайи по боксу среди профессионалов и обладателем коричневого пояса по карате. И его соперником завтра станет боец из города Москвы, России, команда Fight Night Team. Али Панчер Багаутина! Тайсон, приветствую тебя в Москве. Очень рада видеть тебя в компании Fight Nights Global. Скажи, пожалуйста, мы знаем, что ты обычно выступаешь в весе до 61 килограмма. Как сейчас тебе далась весогонка? Как ты себя чувствуешь? Thank you, Russia, for having me. There's a lot of hard work of making the weight since I'm a little bit bigger, so there's a lot of sweating, a lot of sauna, but I feel good right now, I feel strong, I'm ready for this fight. Для меня это было сложно сгонять вес, потому что обычно я вешу больше, мне приходилось много заниматься, ходить в сауну, но я чувствую себя отлично, я подготовлен к бою. У тебя будет очень сложный поединок против местного любимца, человека, бойца, который дерется у себя дома, Али Багаутинов. Проводит первый бой после UFC на родине. Какой у тебя план? Каким образом ты собираешься у него победить? This fight's gonna be fast, it's gonna be fierce, a lot of punches, a lot of kicks, a lot of grappling, it's MMA. And watch because it's gonna be a great fight. Быстрый бой, будет очень много ударов, будет схватка, будет просто война, поэтому это будет очень насыщенно. Смотрите, что произойдет. Тайсон Нэм, друзья, ваши аплодисменты. Али Панчер Кинг Багаутинов, поприветствуем. Али, мы рады твоему возвращению, это твой первый поединок. Как тебе отдалась весогонка, как ты себя сейчас чувствуешь? В первую очередь хочу всех поприветствовать. Спасибо вам за поддержку. Не ожидал, что будет столько народа. Здесь сидит моя семья, мои дети, мои родные. Им спасибо большое. Это мое вдохновление. На родине я себя всегда чувствую хорошо, уверенно. Поэтому завтра будет война. В каком раунде она закончится, Али, как ты думаешь? Я всегда на любой поединок настраиваюсь, на все раунды, поэтому я нацелен на все 5 раундов. А там уже мы профессионалы, кто ошибется, тот ошибется. Может быть, закончится в первом раунде, может быть, в третьем. Это знает только Всевышний. Завтра 5 раундов по 5 минут. Главный бой вечера. Тайсон Нэм, Али Панчер Багаутинов.